В преддверии новой волны заболеваемости Дальзаводская больница проводит развертывание нового корпуса для приема ковидных пациентов. Мы находимся в новом корпусе, в котором закончился капитальный ремонт. В 2020 году правительством Приморского края были выделены порядка 80 миллионов рублей на проведение капитального ремонта. Это замена, полная замена всех сетей электроводоснабжения, водоотведения, новая пожарная сигнализация, вентиляция, снабжение кислородом. То есть фактически от здания 1957 года остались только стены, от кровли до подвала, все коммуникации поменены, применены новые технологии, специальные антибактериальные панели, которые позволяют проводить безопасно уборку любыми дезинфицирующими средствами. И, конечно, мы рассчитывали, что мы откроем этот корпус для лечения пациентов с инсультами, хирургической патологией, реабилитация на первом этаже, но эпидемиологическая обстановка такова, что мы будем вынуждены открыть этот корпус для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На основе опыта лечения ковидных пациентов новый корпус был оснащен всем необходимым оборудованием и современными решениями. Каждая кровать оснащена специальными панелями пациента, есть возможность вызова медперсонала, есть возможность индивидуальной подсветкой проводить какие-то манипуляции, все палаты оснащены кислородом, здесь нет палат, где нет кислорода, поэтому, конечно, в таких условиях медицинскую помощь оказывать гораздо легче. Сейчас корпус полностью готов, сотрудники проводят завершающие работы. Мы отмыли полностью весь этаж, сейчас переходим на второй этаж. Полностью уборка, включая с окнами внутренняя и наружная сторона. Расставили кровати, матрасы, сейчас готовим белье, застилаем потихонечку, мебель вся расставляется. Места рабочие подготавливаются, поэтому, в принципе, нам еще немножко времени надо, и будем готовы встречать. На следующей неделе новый корпус приступит к работе. Екатерина Зверева, Илья Тишкин, новости на Восьмом.